Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Кофи и Овер, и сегодня мы будем открывать новые хрома-трикейсы в CSGO. Всем привет, ребята! И, как видите, у нас их сегодня реально очень-очень даже много, вот, аж целых почти две странички, друзья. Да, и мы надеемся, что нам выпадет сегодня что-нибудь крутое, потому что кейсов нереально много, друзья. Это да, друзья, потому что в прошлой серии, как вы помните, было что-то нереальное. Там было три красных бизона. Это вообще что-то реально нереальное, и посмотрим, что сегодня будет, потому что это реально интересно, везет ли нам новых кейсов или нет. Вот, но я предлагаю, Дима, так как у нас их сегодня реально очень много, будем просто вот так вот открывать, знаешь, давай, даже... Давай, быстро будем их открывать, как да, в прошлый раз. Да, да ты чё? Ой-ой-ой. Да не может быть такого, Димон, мне кажется, мы реально как будто, я не знаю, бизон, ты как будто просто реально наше родное, я не знаю. Если он сейчас выпадет, Олег, я не знаю, что будет, вот честное слово. Так, смотри, стой! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, ребята, так бы нам сейчас выпала хорошая UMP-шка дорогая, но, к сожалению, выпал всего лишь пулемет. Вот. Ну ладно, что поделать, давайте посмотрим, что нам дальше выпадет. P250. И, сейв it off. Пока одна синевая идет. Даже береты падают, а не сейв it off. Но даже береты будет стоить дороже, мне кажется, чем этот сейв it off. Вот, ладно, ребята, открываем дальше. Ты опять P250. Я чувствую, он сегодня нам выпадет, вот прям вот я чувствую. Отлично, да, до ЦЗшки, ребята, мы доехали, это здорово. Какого качества? Что-то сегодня на качество как-то не особо прет. Ну да, хотя прямо с завода, немного поношено. Мы, ребята, прежде чем начали записывать, мы вот открыли вот один такой кейс, нам выпало как бы вот этот аук. Вот, но мы, знаете, чисто так проверить как бы просто... Вот. Как сегодня фортуна, нормально или нет? Ну, в принципе, аук это прикольно. Это, кстати, да. Но, друзья, пока что нам на серии, ну, особо ничего дорогого не выпало. Единственное... Ты знаешь, что-то как-то странно, даже ни одной красной пушки не упало. Да, то в прошлой серии как бы три пушки выпало, а тут как бы еще ни одной, да. Ну, друзья, еще как бы не вечер, так, статрек P2000 Oceanic падает нам. Ну-ка, какого качества? После полевых. Нормально. Такое, можно да. будет побегать с ним даже. Так, друзья, открываем следующий кейс. Давайте, что-нибудь ну-ка. Хорошее, что-нибудь... Доехал. Хотя бы галил, да? Да, доехал, отлично. Самое главное, что не синева, самое главное, что галил. Кстати, по-моему, прямо с завода. Нет, немного поношено. Но выглядит он даже очень хорошо. Согласен. Вот. Но у нас еще, ребята, много кейсов впереди, поэтому я надеюсь, что нам реально сегодня повезет. И опять статрек, смотри-ка, на статрек сегодня прет. Вот, кстати, да. Так, окей, открываем следующий кейс, давай, окей. Погнали. Так, давай. Ой, там пролетает что-то прикольное всего. Это даже очень сейчас интересно, потому что, смотри, какого качества, поношенного качества. Друзья, давайте сразу посмотрим, сколько эта пушка стоит, потому что она статрек. И еще, как бы, в ценах она, как бы, мне кажется, дорого ценится. 230 рублей. Нормально. Да, пойдет. С пивком потянет, как говорится. Лучше, чем синька какая-то, поэтому нормально. Это да. Чего-то, слушай, как бы много уже на самом деле кейсов открыли, а до сих пор ничего прям такого дорогостоящего, да, вот кроме, по сути, этого галила, не выпало. Вот, к сожалению. Но у нас реально еще дофигища просто кейсов, дофигища. Поэтому... Вот, но надеюсь, что выпадет сегодня. Я прям что-то вот надеюсь. Что-то как-то ну, только синевая, и вот, ну, блин. И вообще, да, как-то да. Пока вот на данный момент что-то не очень, если честно. Давайте пока хотя бы 250. Вы серьезно? Статрек! Какой нож? Ты посмотри, Дима! Прямо с завода! Нам просто везет в кейсах 27 тысяч! Друзья, просто лайк! 30 тысяч лайков! 30 тысяч лайков за такое! Это просто жесть! Дима, почему мне так везет? Почему мне так везет в кейсах? Почему? Почему? Мне в прошлой серии выпало 3 эпизода, друзья. Сегодня выпал нож с статреком. Прямо с завода. Охренеть. Просто, пацаны, лайкусик. Я не знаю. Я говорил, Олег, что сегодня что-то выпадет. Я ж чувствую. Я не знаю. Как это вообще такое? Как? Как просто, друзья? Объясните, пожалуйста.
О, господи. Охренеть! Вот это просто жирный, жирный лайк! Это жесть! Это я не могу сейчас успокоиться из-за эмоций! Господи, у меня сердце бьется, Олег! Я еще буквально недавно только проснулся, и вы понимаете, какой у меня сейчас шок просто! Я не могу так! Капец! Я реально, слушай, мы может, я не знаю, что Дима реально происходит. Я не знаю, ты еще скоро будешь Dragon Lore крафтить, Олег. Это просто жесть. Это просто жесть, друзья. Я не могу поверить в это, понимаете? Это... И мы еще при этом не все кейсы как бы открыли, друзья. Вот как? Просто офигеть. Как? Объясните, пожалуйста, друзья, как? Это бред, я не могу поверить в это, потому что в прошлой серии нам выпало 3 бизона, что уже говорит о том, что это что-то странное. Сегодня нам падает просто нож. Нам буквально за этот месяц сколько всяких пушек поупадало-то вообще. Я просто в шоке. Я просто, друзья, не могу, не знаю. Я тебя просто полюбил, Олег. Просто полюбил. Я, вот знаешь, я вот помнишь, 15 тысяч положил на стиме, они не так пришли. Так он тебе уже больше отдал. Он реально как будто возвращает, слушай, только вот реально не наличка, а как бы скинами. Да-да-да-да. Охренеть, просто охренеть. Но что-то мне кажется, что после такого, нам уже вряд ли что-то выпадет хорошее. Ну, а мало ли чего, смотри, может еще 2 ножа выпадет как-то. Сейчас прикинь второй нож. Это нет, ладно. Это будет. Капец, друзья, это просто... Так, и чё, нож вообще офигенный выпал. Да, волны. Вообще, суперский ножик. Это просто, друзья, кек мега лол просто. Я не знаю, как еще такими словами это можно объяснить. Просто, понимаете, как? Я не знаю, как это... Это бред. Это просто... Это просто необъяснимо. Просто реально необъяснимо, вот отвечаю. Такое, на серии, жесть. Капец, просто жесть. Просто реально, друзья, жесть. Сегодня, как видите, мы реально очень много кейсов открываем, аж целых 30 штук. Вот, и может быть просто из-за этого как-то я реально не знаю. А сколько у нас осталось? Ну, я не знаю, сколько осталось, я открываю. Уже реально все равно, потому что нам выпал нож, понимаешь? Так, ТЗшка, что-то как-то часто ТЗшки падают там, на самом деле. Да-да-да, тоже заметил, как часто стали падать. Так, сколько? У нас еще осталось, ну, примерно 6. Да, как бы, вот. Но нам еще там нужно будет докупить, я это помню 100%. Так, это по 2000 алкианы. Так, окей, друзья, теперь давайте откроем последний, получается. Нам еще чуть-чуть нужно будет докупить немножко ключей, друзья, потому что мы что-то как-то с кейсиками переборщили, вот, но... ТЗшка... Ой, это вот, ССГ, летай, ССГ... Летай, отлично. До ТЗшки... Ой, да ё-моё, да с ССГ мы доехали, причем поношенного качества. Так, сколько у нас получается? А 4 кейса, давай, значит, сейчас докупим, да? Давай. Я надеюсь, должно было вроде хватить... Блин, 10 рублей не хватило. Реально. Ну ладно, друзья, давайте тогда мы сейчас откроем 3. Вот, вот на 3 ключика нам хватит. Вот. Блин, ну это нереально. Капец, я вот что-то до сих пор не верю, прикинь. Я просто не могу поверить, друзья. Это как-то слишком сложно, прикол, понимаете? Это как-то непонятный какой-то прикол от Габена, реально. Охренеть. Я... жестко. Я не знаю, что мне делать теперь. Но это прям слишком было жестко. Чё-то не, смотри. И прям, кажется... знаешь, я еще говорю, чё-то на стат-трек попёрло. Да-да-да-да-да-да-да, там же нужно чё и стат-трек. Вообще, это, блин. Нет, друзья, чё-то всё, видимо, наша удача на этом заканчивается, друзья. Но, знаете что, сегодня прям, ну реально, что-то нереально. Вот как? Просто объясните, вот как. Офигеть, какой он красивый, господи. Это просто жестоко, друзья. Но прежде чем мы пойдем открывать кейсы дальше, хотел бы вам напомнить про розыгрыш одного из бизонов в моей группе ВКонтакте. Поэтому, ребята, принимаем участие, заходим в группу и там выполняем условия, они довольно простые. Вот, поэтому заходим, друзья, и принимаем участие. Потому что приз у нас новый бизон, там что-то Jungment of Anubis, вот. Мы пошли открывать кейсы дальше. Да. Ну а сегодня, друзья, мы будем открывать кейсы на сайте elitecase.net. На нашем балансе 2089 рублей. И, честно говоря, я даже не знаю, что может переплюнуть тот самый нож, который нам выпал только что в CSGO. Но надеюсь, что на сайте нам сегодня повезет, потому что, как я вижу, удача сегодня реально на нашей стороне. Потому что такие вещи обычно в CSGO, но они редко случаются. Ну а когда случаются, это значит то, что реально нам сопутствует сегодня только удача. Да, вот. С чего поэтому... начнем на сайте-то открывать?
Честно говоря, даже не знаю. Тут вот есть новый, кстати, смотри, бесплатный кейс. Я только что принимал участие. Давай, 49 секунд. Вот, я предлагаю. Да, мы можем, в принципе, еще открыть даже в это время, наверное, какой-нибудь ключик или кейсик. Я предлагаю тебе пройтись по коллекциям, друзья, потому что здесь добавили коллекция Медуза и коллекция Чоп-Шоп. Я предлагаю начать там с коллекции Чоп-Шоп, потому что здесь есть М-ка Hot Rod и Глок, Сумеречная Галактика. Все вот. Правильно. Поэтому, если нам это выпадет, это будет вообще здорово. Но повезло. Нам, к сожалению, друзья, падает не то, что мы хотели. Вот, так, давайте посмотрим. В принципе, там бесплатный розыгрыш уже должен был подойти к концу. 14 секунд. Димон, давай посмотрим, друзья, потому что, как бы, это реально очень прикольная штука. Как-никак, бесплатную пушку, ну, получить, это было бы вообще реально здорово. Так, 3... Два, одна. Так, и кто же у нас становится победителем? Так, где-то... Ага, вот, какой... вот, видимо, вот этот чувак выигрывает у нас М-ку Скоростной Зверь. Блин, ну повезло чуваку, что сказать, повезло. Вот, но не нам, к сожалению, да? Вот, так, ну ладно, друзья, давайте тогда откроем следующую какую-нибудь коллекцию. Я предлагаю открыть вот эту. Вот, да, потому что напоминаю вам то, что здесь есть М-ка Падение Икара, М-ка Посейдон и АВП Медуза. Сами понимаете то, что все это очень даже дорого ценится. И это береты, которые 9 рублей стоят. Офигеть. Ладно, это давай еще раз откроем эту коллекцию. Оу-оу-оу-оу-оу. К сожалению. А вот это вот обидно. Да, друзья, я-то думал. Но, блин, как вы понимаете, вещи-то не бесконечные, и как бы они закончились, да. Давай тогда попробуем открыть вот эту коллекцию дорогую. Так, где она? Чоп-шоп, которая. Давай-давай-давай, ее попробуем. Вот, и тут, ребята, давайте посмотрим. М-ка пролетела, М-ки пролетели. Так. Все пролетело, блин. Ой, так что ж такое-то? Давай еще раз попробуем открыть эту коллекцию, потому что... Давай-давай. Так, давай. Ну же. Давай, эмочка или глок. Давай, ну что-нибудь хорошее. Ну, давай. Да вы чё? Третий раз, ничего себе. Да капец, почему не везет? Слушай, я бы на самом деле пооткрывал еще вот эти медузы коллекции, потому что чё... О, слышь, смотри, прям как по заказу. А, да, нифига себе, отлично. Видимо, тут закуп у них идет реально очень быстро, то есть если на боте уже пушек нет, то их сразу закупают. Итак, надеюсь... Блин, капец, просто, Дима, это так рядом было. Жесть, да я видел. Это просто жесть, это, давай еще раз, слушай. Ай, блин, кончились. Ай, блин, Ну ладно, друзья, будем открывать тогда их по мере заполнения этого кейса. Будем иногда проверять, есть ли там пушки или нет, потому что, капец, ты видал? Кстати, можем еще, наверное, Каблстон открыть. Тут есть Драгонор, тут есть М-ка Рыцарь, поэтому, друзья, так, давай посчитаем, сколько Драгонора пролетает нам раз. Там уже один был. Два. Ой, стой! Да! Да! Просто найс! Три куска! Друзья, просто найс! Вот это... Вот это реально здорово! А ну-ка, давай еще посмотрим. Чё ты коллекция? Это вообще... Опа-на! Так, коллекция, это реально тема-то мощная, смотри, да? Прикольно так. Пит вообще... Так, давай, ну-ка, что-нибудь хорошее. Что-нибудь такое. Давай, ай, опять М-ка Посейдон справа. Ну ладно, давай еще раз откроем. Нужно, да, видимо, подождать так, чтобы там было много пушек. Так, я давай тогда тебе предлагаю, сейчас немножко отвлечемся от коллекций. И откроем что-нибудь, наверное, вот из этого ряда. Наверное, давай тайное попробуем. Вот, блин, друзья, ну это прям вообще что-то жесткое. Дезерт Игл пищает чисто для крафта М-ки Рыцарь, знаете, так подкинули нам. Так. Ай, щелкунчик. Но мы его оставляем себе, конечно же, так. А чё бы можно... Давай М-ку попробуем случайно давай открыть. Давай попробуем М-ку и... Так, ну мы, кстати, ребята, уже купились как бы с сайта, причем довольно-таки хорошо купились, вот. Поэтому жаловаться на... Да, просто да, 853 рубля. И вот это реально круто, друзья. Сегодня реально удача на нашей стороне. Ножка из гол, здесь Дезерт Игл Пищаль, М-ка Сайрекс. Вот. Офигеть. Вот это, друзья, реально здорово. Ну-ка, давай посмотрим. Счастливый день у нас сегодня. Реально, просто счастливый день. Можем, конечно, еще раз Каблстон крутануть. Я, правда, не верю, что нам что-нибудь еще хорошее такое дорогое выпадет, потому что, ну, мы сегодня и так, мне кажется, слишком жестко окупаемся. Итак. И нам... Стой! Если бы рыцарь выпал... Капец! Это просто для крафта Драгонлора было бы, жесть! Ладно, давай еще раз, давай еще раз. Чё-то коллекция так приятно крутить, на самом деле, я не знаю. Так, давай. Ну-ка, давай. Давай. Оу, темный век, а сколько у нас? 177 рублей.
посмотрим. Слушай, неплохо, неплохо. Мы сможем скрафтить, кстати, у нас будет шанс на то, чтобы скрафтить дезертыгл, пищаль или же ЦЗшка чаша. Это, да? Я тебе скажу, не хухры-мухры, это даже очень хорошо. Давай еще раз попробуем. А давай. Так. Стон, прикольная коллекция. Вообще, да, не говори, просто отличная коллекция. Итак, давай, и... давай, давай. Плиз, ну давай, да, кольчуга. 178 рублей, друзья, мы каждый раз уходим с этого кейса в какой-то небольшой такой плюс, буквально рубли на 30 или 40. Вот, кстати, так, погоды, вот, нужно, ребята, принять участие обязательно, потому что, ну реально, посмотрите, какие здесь пушки есть. Офигеть. Вот, тут может и выпасть и М-ка, падение кары, извините меня, пожалуйста, я выпал удары молнии, как бы. М-ка, шедевр, ну вы сами видите, да, что здесь как и бы есть. Здесь, да. Да, причем этот, ребята, просто абсолютно бесплатно, то есть ты просто зашел и принял участие, это вообще здорово, мне кажется. Так, сколько у нас там вообще долларов-то? 269 рублей. Так, я правда не знаю, что мы можем открыть. Мы можем, конечно, открыть два раза это, но я не знаю, повезет, не повезет. Ну давай попробуем. Ну да, давай попробуем. В принципе, давай. Мы и так уже, ребята, сегодня купили полностью всю серию. Вот, поэтому нам можно рискнуть, можно попробовать открыть именно этот кейс. И ты стой, 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 блин, ну Посейдончик. Ай, жесть. Ну, кстати, АВП... Хорошее, пошли, да, солнце в падении, ну, солнце в знаке льва, это хорошее, слушай, хорошее АВП. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну ладно, у нас остается 136 рублей, и я предлагаю тогда открыть, наверное, в последний раз. А, и Cobblestone закончился. Ну, давай тогда, наверное, попробуем открыть чоп-шоп. Будем, конечно, надеяться на то, что нам выпадет что-нибудь хотя бы вот из этого. Ну, то есть не вот это, а вот и вот это. Вот, ну ладно, друзья, погнали, открываем тогда мы чоп-шоп коллекцию. И нифига там кому-то, смотри, дезертыгл падают. Неплохо так чуваку везет. И... Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Да! Просто да! Что это? Подожди! Глок 18, сумречная галактика! Охренеть! Охренеть, друзья, просто найс! А как же жестко нам сегодня везет. И вообще! С каждой коллекции по дорогой пушке в КС-ке нож. Жесть. Это вообще... Друзья, это просто жесть! Это невероятное что-то, отвечаю вам! О, жестко. Это просто жесть. Давайте мы, короче, сейчас пойдем в КС-ку и посмотрим на все то, что мы сегодня смогли выбить, в принципе, вообще за серию. Наконец-таки, ребята, мы приняли все эти пушки, которые только что выбивали сайты. И знаете, наверное... Это вообще что-то реально крутое, потому что в сайте мы окупились вот ровно в два раза, даже больше. И прикол, правда, в том, это, конечно, немножко обидно, но ничего страшного. Как бы тот дезертыгл, который мы выбили, который стоил 3000 рублей, друзья, он, к сожалению, сувенирный, то есть в контракт его мы не сможем положить. Вот, но зато посмотрите, какие на нем прикольные наклеечки, такие чисто бананчик. Вот, то есть выглядит реально прикольно. Прикольно, да, здорово выглядит. Да, ну и Глок 18, сумеречная галактика, это вообще что-то нереальное тоже. Вот, я вообще, честно говоря, такой Глок, ну, с таким Глоком встречаюсь впервые, вот, и он реально крутой, друзья. Ну и также МКСР, кстати, наклейки тоже прикольные, там вообще поняли, что... Лол, там петух даже есть. Ну, прикольно, ага, да, в общем, да, да, друзья. Да, ну и, в общем, это все, что мы сегодня выбили. Это реально круто. Ну и, конечно, самое классное, это статрек штык-нож М9 волны, друзья. Вот. Ну и на этом, наверное, нужно заканчивать серию. Надеюсь, вам она понравилась. Надеюсь, вы поставили лайк. И надеюсь, вы подписались на все наши каналы, друзья. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. С вами были, как всегда, Кофи и Овер. Всем пока-пока. Всем пока, друзья.